Путин, введи войска. Часто используешь этот хэштег, но если ты желаешь втянуть Россию в войну, ответь для себя. Готов ли ты наблюдать за этой войной, не глядя в монитор, а своими глазами, сидя в окопе? Думаешь, до этого не дойдет? Ты ошибаешься. Спровоцировать ввод российских войск на Украину – это важнейшая задача для Соединенных Штатов. Конечно, можно выполнить требования диванных генералов и ввести войска. Но как это будет выглядеть для мирового сообщества? А вот как. Россия вводит войска без резолюции ООН на территорию независимой Украины. Правительство Украины Россию об этом не просит. А то правительство, которое просит, пока что никем не признано. Для мирового сообщества это будет называться одним словом – агрессия. А против агрессора Запад настроит весь мир. Станут ли союзники России поддерживать агрессора? Если этих людей надо арестовать и посадить в тюрьму за то, что они в нашу. Вот они-то для кого распространяют здесь? Для военнослужащих? Для командования? Они что, пытаются помочь? Нет. Они здесь втягивают российское общество в цензурную повестку. Этих людей надо вычленять и сажать в тюрьму. День через день работа догоняет меня. Год через год девушки бросают меня. Смайл, motherfuck, смайл. Я иду по дороге, и ботинок не жаль. Смайл, motherfuck, смайл. По знакомой дороге. Травят меня. Ночь через ночь бессонница терзает меня. Век через век женщины рожают меня. Миг через миг в жизни происходит фигня. Хотел бы также напомнить, что после Стамбула в ответ на ростки реализма в украинской позиции наши вооруженные силы провели деэскалацию на Киевско-Черниговском направлении в качестве жеста доброй воли и стимулирования движения договоренности. В ответ провокации в Буче, которой тут же воспользовался Запад для объявления новой порции санкций, а также зверства по отношению к российским военнопленным со стороны украинских неонацистов. Немного я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил из шахты. Просто вы 15 градусов, я извиняюсь, здоровья вам и командующие в условиях войны, это здоровье нации. Пусть даже меня запишут, как это, пораженцы и так далее. Вот не его вот этого, где он этот? Сейчас. Ушлепок. Сейчас ушлёпка. Помощник так называемого президента. Вот он, посмотрите на его харю. Это же ужас. Человека с таким лицом. У него, он же чуть не плачет. Посмотрите на него. Вот. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, то вся вот эта вот гриль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена.